Мы идем в Мариинку на 3 апельсина опера. Мы вошли, народу много, проход разделены по зоне. Прямо около центральной части, дальше левая сторона зала, это кассы. Ну, в правую сторону, первый ярус, правая сторона. Мы пришли в Мариинский театр смотреть оперу. «Три апельсина». Да. Бирюзовые дорожки. Мы уже сели, у нас пятая ложа, первый ярус. Пока что очень классно, мне очень нравится. Вот смотри, Люся дыхала. Вот знаменитый занавес. И уже прозвенел первый занавес. Да. В антракт спустимся, внизу посмотрим, да? Да, потом снимем. Дам мне с терпением. Да. Будем хохотать. Царская ложа. На самом верху посмотри, какая корона на царской ложе, видишь? Конечно, да, красивая. Хочу посмотреть, как оркестр играет. Ух ты, Полина, ты видела люстру? Третий ярус. Я не знаю, будет видно здесь или нет. Ну вот сядь, попробуй. А? Видно?
Thank you.
прощание с нашей лоджией. Вот. Да. Мариинский театр. Мы сходили на оперу «Три апельсина». Коля, как тебе? Ну, мне понравилось. Был веселый такой. Яркий. Веселый? Яркий? Веселый, костюмы красивые, да? Да. Да, зал долго не отпускал актеров. В общем, было все чудесненько. Да. Зал очень красивый, да? Да, он. Зал вообще впечатлил. Да.